Эту весну крупнейший оператор кабельного телевидения в стране Алма-ТВ начал с приятных сюрпризов своим абонентам. В пакет программ возвращается известный развлекательный телеканал ТНТ, передачи которого так полюбились казахстанскому зрителю. Мы рады, что мы смогли вернуть телеканал ТНТ. Это, безусловно, культовый телеканал. Такие программы, как «Универ», «Интерны», «Камеди Клаб», скетчи, фразы из них давно стали культовыми. Надеемся, что казахстанцы оценят этот канал с достоинством, будут смотреть его с удовольствием. Цифровое телевидение от Алма-ТВ – это огромный спектр всевозможных услуг, таких как запись любимых программ, электронный путеводитель, функция тайм-шифтинга, когда можно посмотреть любимую передачу позже, те услуги, которые прежде были доступны далеко не каждому зрителю. В рамках программы по переходу на цифровое вещание мы сейчас активно работаем с казахстанскими телеканалами для того, чтобы мы могли в регионах дать нашим абонентам хорошее цифровое качество. Цифровое телевидение становится доступным все большему числу казахстанцев. Алма-ТВ с недавнего времени подключает клиентов только к цифровым пакетам. У нас появились новые приставки, то есть каждый абонент будет получать приставку при подключении. Это современные приставки, там они поддерживают абсолютно все современные форматы вещания. То есть, естественно, это и с DHD и так далее. Алма-ТВ на рынке кабельного телевидения уже 20 лет. Все эти годы компания также успешно развивается и сегодня предоставляет услуги в 18 городах Казахстана. Татьяна Напольская, Аскар Сергалиев, Галым Шалабаев из Алматы.